Да ё-моё, где я оказался? Что за... Я не могу! Ой, это что еще было? Я не знаю. Приду-ка я посмотрю. Ты сам? Что это за музыка? Скиби-ди-скиби-ди-скиби-ди-доп-доп-доп. Это что же такое? Скиби-ди-дополнит-нит. Скиби-ди-скиби-ди-скиби-ди. Да ё-моё! Уиджи, чё ты так орёшь? О, у меня приснился кошмар о сон! Что за... У меня какой-то скибли туалет! Уничтожил меня! О, невозможно! Давай продолжим спать. Надоело уже со своими скибли туалетами ходить. Скибли туалет, не знаешь. Доброе утро, прекрасный мир. Уиджи. Ну что ж, пойдем гулять. Давай. Я без шлема обойдусь, а то мне совсем... Пошли. Пошли-ка. А куда мы пойдем? Чё? О, я придумал. Мы в город пойдем. Давай пройдем в город. Конечно. Ну что ж, разделяемся на части. О, давай. Разделяемся на части. Петр, ты со мной. Петька, иди ко мне. Иди. О-о. А что нам поможет? О, есть идея. Этими рацами можно пройти. Давай. Разделяемся. Чи-чи-чи. Лучше, прием, где ты? Марио, я уже на железных дорогах. А где? А я отдыхаю на гор... На... Ха, что это было? О! Это что еще такое? Покупайте. Это очень дорогая машина. О! Марио! Для тебя какая-то машина. О! Прям не настоящая? Да, она настоящая. О! Как и пусть. А! Приходи-ка... Ты ко мне можешь... А, ладно. О, здрасте. Можно купить вас машину? Купи. Но она платная машина. Сколько стоит? 50 тысяч долларов. Сколько? 50 тысяч долларов. Да ты шо ты? О, языки, получай. Yes. Ах, да ты достал мне. Не, пока ты ее не купишь, не пора с тобой битву сделать. Пока ты не купишь ее, я тебе ее не отдам. Ай, давай, попробуй меня убить. Ха-ха-ха. Ай, ура. А ну не трожь моего друга! Опять ты? Что так, пас его! А чё ты со своим Петром не сделаешь? На! Ага! Пора с тобой сделать сражение через три... Один! О,
Yes. Ура. Уджи, Уджи, проснись. Там была точно такая же машина. Да. Чё? Давай её возьмём бесплатно. Невозможно бесплатно. 50 тысяч долларов всё стоит. А я заплачу за деньги. Заплачу за меч. Он тоже стоит 50 тысяч долларов. Пошли. На машину. Погнали. Ура. Валим на гелике. Дадим на палике. Серьезные ребята сзади завалите. Валим на гелике. Едем на палите. Серьезные ребята сзади завалите. Валим на гелике. Едем на гелике. Серьезные ребята заняты. Простите, сами сами посудите. Ура! Вот. Классное у нас приключение. Да, классное, конечно же. Ну что ж, пора домой. Пора. Ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы увидеть продолжение. С вами был Марио. Луиджи, Пётр и Петя. Конец.